Так, ребятушки, всем привет. Мы с Романом приехали в Черешню, чтобы показать вам земельный участок. Роман, рассказывай. Всем доброго времени суток. Вот у нас дорога, да? Рядом ориентир. Основная дорога, улица Гомельская. Вот остановка, вот мусорные баки. Всегда, как видите, чистенькие они. Здесь у нас... Заезд, в принципе, нормальный. Да, это проезд к участку. Он... муниципальный, естественно, конечно, муниципал его делать никуда не будет, но здесь примерно, наверное, 30 метров надо сделать. Въезд до дороги. Здесь у нас имеется участок 7 соток, для тех, кто любит побольше, так сказать. Участок по сочинским мерам, я считаю, ровный. Ну, есть определенный уклончик, видно, да. Нет, есть определенный уклончик, да, но... как бы в любом случае, как бы... Это даже хорошо, когда сильные ливневые дожди идут. Вода куда-то уходит. Вода будет уходить. Участок чистый, то есть... не заросший, подготовленный к продаже, видите? Так давно просто прошли здесь с трактором, чтобы вам было видно понимание. Сейчас я могу вам рассказать о границах примерно этого участка. Давай, показывай. То есть, видите, это совместно с соседом планировалась опорная стена, но... по каким-то причинам у соседа денежка закончилась, пока не продолжает. Угол старта участка заканчивается упором в соседний забор. Забор, да. Там вот соседнего забора мы с вами ведем до вот... конца вот этого, да? Кукушка, где вот это есть. Да-да-да, вот, до конца забора. Да, вот до трубы металлической, из металлической трубы мы возвращаемся сюда. Он немножко не квадратной формы получается, но вот, да, вот так вот. Такой, но не ближе. Видите, вот так? Да, он все-таки как бы... не знаю, трапеции. Ну да, да, да. Видно. Ну, здесь вот нормальный дом садится, а там остальное. Можете заезд, допустим, вот там вот оставить, да, допустим, я чтобы он уже полностью. Я здесь уже распланировал, поскольку, да, признаюсь, участок мой, в любом случае, ко мне можете обращаться. Я с вами поторгуюсь лично. Сколько денег-то, скажи сразу. 13 миллионов. 13 миллионов. Это хорошая цена вообще Черешне. Вообще, как я планировал, здесь вот мы стоим на парковке, которая должна была примкнуть с навесом к данной стене, который можно сделать совместно с соседом. Дом мы садим прям вот здесь, максимально близко к границе. В том углу у нас появляется техническое помещение со скважиной для воды и для обслуживания. А здесь впереди у нас реально зона отдыха, где будет расположен бассейн, сад, озеленение и, в принципе, все, что вы хотите. Здесь сегодня, конечно, погода такая довольно-таки жаркая. Здесь шикарный вид на горы и шикарный вид на море. Но этого ничего не видно, поскольку идет сильное испарение. И, в принципе, из-за испарения ничего не видно. Ну ладно, ничего страшного. По крайней мере, если мы сейчас вот здесь вот стоим, я так понимаю, испарение, вот это море, правильно? Да, ну, видно его. Ориентир. Давайте я вам все-таки покажу. Вот оно, вот видите, поверх. Оно сливается. Ну, то есть, со второго, тем более, этажа, если будет эксплуатируем еще кровля, будет прям достаточно неплохо. Да, мне нравится этот участок, что он все-таки угловой. Будет сосед только с этой стороны, и получается сосед с этой стороны. Да, здесь уже дорога здесь идет. У нас получается дорога тупиковая. Здесь у нас получается земля совхоз назначения. Сейчас я не знаю, как в ней кто, но строить здесь пока никто не имеет права. Здесь лесопарковая зона начинается. Здесь, в принципе, назначение земли какое? ИЖС. ИЖС. Да. Разрешения нет пока на строительство. Да, разрешения на строительство нет, проект я не делал, геологию я делал. Геология у нас, архивит начинается на 4 метрах. В принципе, здесь свая 6 метров будет достаточно. А, ну не глубоко, короче, да, до аргелита, да? По топосъемке перепад по всей длине участка составляет где-то 1,8 метра. Ну, опять же, это по-хорошему. Ну, дорога рядом, вот смотрите, хорошо, подъездные пути. Тут можно и с соседом складчину сделать как-то, да? Но пока строится, можно и не делать пока здесь, ничего. Да, я считаю, чуть-чуть подсыпать где-нибудь, подсыпать, и все. Построиться смело. А потом уже забетонировать участок, сделать. Чем хорош, он все-таки через участок от дороги. При этом вам подняться достаточно. А рядом, минута, да, машина. Да. Да. И как бы при этом вот машина стоит, мы ее видим. Давай, нет, телефон доставай, посмотрим, покажем, сколько здесь там до моря. Ты же здесь же, вот рядом живешь, вот же, да? Да, это вот, вот, белый вот твой дом. Это мой, кстати, там висит баннер по этому участку, кто хочет. Куда? Ну, это давай до моря. Вот ты захотел искупаться до моря. Я езжу на Нижнюю Меретинку. Ну, это давай. Где у нас этот Таврическая? Да. Если ты ездишь на море. 2 года на море нет. Че, не был еще? Я 2 раза.
Я два раза искупался. Я на речке езжу. На речке? Да. Вот сейчас показывают с учетом пробок 27 минут. Угу. Без учета пробок я доезжал, рекорд у меня 18 минут. Угу. Вот. Три дороги, также выезд на Краснополянское шоссе. То есть, школа есть здесь? Школа, вот здесь проходит школьный автобус. Школа 57-я, буквально отсюда в километре. Первый магнит в километре. Круглосуточный магазин там в 400 метрах, я бы так сказал. В принципе, в магазины, школы все есть. Так, ну мы на нашем канале также показывали, сколько стоит построить дом, именно проект без аргелита. Вот. В 5 миллионов рублей вы сможете здесь себе поставить дом. 75 квадратных метров. 75 квадратных метров, это уже в чистоте. В чистоте. Так он 90, да, квадрат. 95. Но это даже будет с эксплуатируемой кровлей. Если вам не нужен, допустим, вот как у Романа, двухэтажный дом. Например, вы захотите просто одноэтажный дом, да? Это соседа. А, или два у него этажа. А, здесь у него здесь цоколь и этаж, да. Он как дуплекс сделан, то есть на два тоже брата. Молодец. Да. Ну, хорошо. Вот, и можно относительно за недорого построить именно небольшой дом, использовать его, возможно, как дачу, например, будете приезжать. Если у вас есть квартира, например, в Сочи. Или вы приезжаете в Сочи отдыхать на машине. Тоже супер, да? От тачки сюда приехал, парковку не надо нигде искать. Сад, огород, бассейн себе сделал и кайфуешь, отдыхаешь. За что мне люблю этот район? Все-таки я люблю очень сильно Красную Поляну. Я прям 35 минут, и я на ней. Если я, допустим, в Олимпийский парк ездил постоянно. А тоже золотая середина, да? Да, я езжу без пробок. То есть у меня есть улица Владимирская, у меня есть улица Гомельская-Гуляна, и потом уже улица Веселая, ага. Мира, когда я езжу в Олимпийский. Также и до аэропорта примерно минут, также минут 15-20. Реально 15. Вот я даже сегодня до офиса ехал. Да, сколько я ровно в 8 минут 10 я выехал из дома, а в офисе я уже был 32 минуты, 9:32, то есть 24 минуты я в офис ехал. В общем, ребят, Роман также вам поможет с документацией на разрешение на строительство. Так как я ваш сосед, проект, да, я максимально сосед. Готов вам помочь во всем, даже если что там, на случай есть вот скважина, которая действующая, вот, и ей можно пользоваться. Даже сосед, даст воды. Сосед говорит, ребят, лишь бы просто ее промывайте. Да, берите воду. Да. То есть вода уже есть на участке для строительства. Строительство уже. Без проблем, я думаю, что в дальнейшем можно будет договориться. Свет здесь есть, кстати? Свет нужно подвести, вот столб мы подводили. Ну, я себе в электричество платил 50 тысяч. Сейчас, конечно, подороже, где-то... А вот этим столбом нельзя воспользоваться? От соседа еще одну линию кинуть, наверное, тоже можно поговорить, ну, оплатить? Вот этот сосед ставил вот эти два столба, ага. Я ему за столб оплачивал 7 тысяч. В принципе, если ему оплатить, да? Еще 7 тысяч за этот ну, столб... Ну, логичнее, чем столб ставить. Столб, вот он, грубо говоря, точка подключения, грубо говоря, да. Но вот здесь вот рядом, да, это, то есть это, тоже это, есть. Да, эта линия относится именно к электросетям, но ну, просто да. Как бы сосед... Говорит, ну, чтобы будет использовать, дай хотя бы мне 7 тысяч. Ну, это нормальное явление, да. А газ, кстати, здесь есть? Газ по границе идет. Вот это да, дороги. Ну, к соседям подведен газ. Он есть. Действующий. Да. Ну все, у соседей есть газ. В принципе, это уже... труба тоже на границе. Это уже тоже говорит о том, что магистраль есть, она у соседей есть, а там уже детали подключения. Единственное, это центральное водоснабжение. Но мы у нас у всех скважины, все скважины здесь шикарные. В плане, здесь нет у него дебита. То есть ты можешь его включить в розетку и никогда больше не выключить. Не высушивается, короче, не высушивается, как в некоторых местах. Ну что, ребят, если вам понравился земельный участок, то обращайтесь ко мне, к Роману. В общем, все знают контакты по поводу строительства в том числе. Если вы искали какой-нибудь другой участок, зайдите, у нас плейлист есть по земельным участкам, посмотрите, может, вам локация другая какая-то нужна. Мы также показываем и будем показывать в следующем каком-то видео. Также будем ездить и выбирать какие-то земельные участки, именно на которых можно строить. Но сегодня все участки... Средняя стоимость земельного участка – это 2 миллиона сотых. Хорошего. Ну, вот как без минимум. Без вложений такое. Да. Была рядом дорога. Потому что можно найти, вот некоторые просят, там, ну, давайте за миллион, за 6 хотя бы там, найдите. Ты находишь, это вот такой вот неподготовленный земельный участок, либо наоборот, вот гора, в который нужно вложить практически вот столько же, чтобы вот готовый ровный участок, купить. Да. Да. Ну, даже вот на примере, вчера мы с тобой, помнишь, снимали участок 4 сотки за 7 миллионов, да. И соседние 4 сотки за 13 миллионов. Ну, там реально хозяин вложил 5 миллионов. Да. Вот оно, это этот же участок также выйдет, 12-13 миллионов. Да, то есть дешевле, это лишь это слишком где-то очень-очень сильно далеко, и, соответственно, от той инфраструктуры, которая, вот, знаете, вам не очень понравится для жизни.
Просто какой-нибудь СНТ далеко в горах. Но ну, если вспомнить, помнишь, мы с тобой снимали на Ноглян. Хорошие же участки были, где плохие, вот было 8 участков, да, по-моему, да. По цене 6500 за 4 сотки. Но там тоже нужны вложения. Они ушли, при этом, кстати, или хорошие. Нет? Надо узнать. Но там, да. По-моему, я созвонился не так давно, у меня клиент интересовался, там осталось 3 участка. То есть разбирают, вообще, несмотря на то, что, ну, потому что цена нормальная. Человеку надо было быстро всех продать. Ну, пару-тройку, и он может еще и цену поднять, как да. Я уже говорил в прошлом видео. Все, в общем, ждите новых видео, подписывайтесь на наш канал. Плейлист, как я уже сказал, у нас создан. Смотрите, мы также с Романом подберем еще несколько земельных участков. Также в ближайшее время вам покажем. Все, хорошего настроения, пока. Хорошего дня, пока.